Значит, Алекс, говоришь, Цива, она вещь хорошая, да? Новая. Видимо, Алекс ничего уже не говорит. Кто-нибудь полетит на Дмитрий с ПВОшными вертолетами? И тишина была ему ответом. Я могу. Да. Тахион, а ты мог куда-нибудь бы убрать этот фоп, а то я оттуда стреляюсь обычно, чтоб тебя не угробили. Можете показать, куда можно смерчом кинуть с самого начала, чтобы положить их? Можешь сюда, можешь. Ну, я вообще вот сюда хочу по правой метке стрелять. Ты куда будешь бить? Ну, я думал вот по Федору. Ты Ну давай, хочешь по Федору? бей по Федору тогда. Окей, я по У тебя один Федору. Федор или... Тьфу, у тебя один смерч или два? Два смерча. Ну вот, одной можешь сюда, прям по точке бить. А другой вот сюда вот. Они тормознут, и ты накроешь то, что тормознет. Но это, скорее всего, все будет... это гусеничная техника. А у тебя вертолетная кошенка, да? Да. На агрегоре. Да. А направо кто идет? Один шурик, Слышно? что ли? Нет, вот Я смерть, иду. кто мне Но у меня входит только справа? ПВО, я Хочу несу. агрессивно занять городочек. Кто кшемку кинет на Чарли? На Всегда Чарли отправим. запомнят. Хорошо, доставим на полной скорости. Хорошо, доставим на полной скорости. Ух, весело. РСЗО налево на мост. Колонну На левый тормози. мост. Флаффи, Флаффи, тормози колонну. Тормозите Понял, все это понял, говнецо. понял. Макс тоже Да. тормози. Ох, повезло вам. А вот со вторым сейчас не повезет. Я Куча вертушек второй. по... Повезло. Куча вертушек пошла по речке. Пошла Томкэты. Что за херня? Почему Ми-24 взлетел в космос? Что А происходит? скажите, Бывает у меня такое. такое было вот вчера в игре. Еще раз, по колонне. Пипец. Ну, на одной высоте с Томкотами был нормально. Но он сейчас уже выше. Он потом еще тебе больше скажу и приземлится. Вот суки, всю малину мне испортили. Так, слева все заказались, кто хотел? Или как? Я двигаю там к шему. Есть, и топовый самолетик в евреям подбили. Центром просрали, да? Увы, не Как выселился там. ты мог? Вертолетов слишком много прилетело. Все, ты виноват. Это очевидно. Сам знаю. Блин, даже обидно, раз вину признаешь. Вас сейчас лонгбоу перебьет все, что слева еще. Бэушки, бэушки! БУшки убирай, Макс. Макс, Макс, бэушки отправь по нахер! БУшкам. Он не по БУшкам Так он убирает. сейчас по бэушкам сделает. Ты не бойся. Тор, Тор, Макс, подводи Тор. А подожди. Опи. Хватит сливать там все уже слева. А вот это уже по бэушкам. Зараза, чуть-чуть не хватило радиуса.
на центр ПНКШМ-ку? Да, нет, зачем? У нас, смотри, штуки на Грегоре. Кто такси заказывал? Тор светится, флафик. Я знаю. Он специально его светит. Что, друзья, он вдруг стал? Конечно. Ой, сколько. Не, у них слишком много говна на центре. Это дело надо. Радары, артить. Радары, осторожнее. Там нам на точку центра жутко нужна ПВО. Сейчас лонгбоу вернется и всем напистоляет. А у нас это один Тор, который отправил, сейчас выбит. Все, нету больше там КШМ ПВО. Поставьте на точку центр, пожалуйста, КШМ. Очень там нужны деньги. Там. Готовы стрелять, сэр! Да что за ужасные условия-то, а? Не дают воевать и все, да? Угу. Ну, сейчас я им должен 4 минометика выбить. Ну я тут как минимум... Найтхок. А зачем вы по 4 танка разом водите? Или что там у вас по 4 ездило? Вот сейчас вот выбили. Это у меня колонна шла. Ну... Ты же знаешь, что в таких случаях говорят, да? Сераф, разведка. Ага, спасибо. О, отлично. Сейчас меня еще и выбьют оттуда танками. Подвести. Вперед, солдат, отыкать. Быстрее, как его, мы торопимся. Вот сюда вот танки нужны хоть какие-то. Вот в эту сторону вообще. Потому что слева по лесу идут танки, и здесь они тоже сейчас будут ехать танками. А у меня там только БТР. К вашим услугам, сэр. Баллоны полны, запальники прочищены. Я отступаю с Дмитрия. Тут три игрока. А как у нас там с ведром? Вы хотя бы справа там прожжете. Игл, да. Игл. Игл Д на центр. Ну, он по душу моих штурмпионеров. Наконец-то! Началось! Все, слева сейчас меня сметут. Без шансов. На их там. К вашим услугам, сэр. Это все из-за грёбаного центра. Да. Макс, убирай этих спецназовцев, их просто убьют, они ничего не сделают. Докладывать нечего. Серов, тэпа. Я вот о них. Их сейчас убьют, там техника идет, они ничего техники не сделают. Тут уже разведка вовсю. Вам нужна отличная форсаж, да? Ламбу на центр. Какие будут приказания, сэр? Мы готовы, сэр. Кто такси заказывал?
Уничтожает пехота и их ружья. Какие будут приказания, сэр? Готовы стрелять, сэр? Могу смерчом помочь, если где надо, скажите. Миномету можешь убрать. Есть для нас. Стал себе. Ты будешь заметку. Вот построенный ждет приказу. Покажешь где? Нет, сам ориентируйся, не могу. Где-то на центре были. В районе Дмитрия. Надеюсь, в районе Агли минометы. Я по ней с мерчами уже работаю. Очень много арт. Кого вам надо выйти? Есть, сэр. Есть, сэр. Макскилл, можешь машинку чуть-чуть вверх туда поставить, ура? Да, игл налево. Упал. Еще куча самолетов налево. Истребитель. Все ясно. Вот здесь опять разведка. Еврейский кластер. Ну, нам что, сейчас с центра-то нам приедет. Самолет слева облет. А-10. Все всегда решает пехота и их ружья. Как прикажете, сэр? Тунгусский. Уже. Да ладно, блять. Двигай их. Не выдвигайте слева. Селвин. Вот сейчас вынесут просто арту все четыре. Ждем новых приказаний, сэр. Блять, ну вот только отвлекся, и мне угробили кассеты. Вот просто отвлекся. Алекс, высаживай. Где? А есть у нас этот смерч. Поэтому говно отработает. Нам сейчас там все будет. Решает пехота и их ружья. Хорошо, доставим на полной скорости. Шурик, ты смерчами старайся не стрелять прямо от фогов. Потому что я не контря. По своему смерчу и... У меня вот смерчи только что вынесли. Имей в виду. У них там атакам свист. Окей. М1А2. Вот здесь. У кого смерч? Орудие к бою готово! Давай, добиваем тремя бушками. Вы что-то заметили? Отходим.
Так, есть Буратос? Очки есть на Буратос? Отработать по центру, где САС сидит сейчас. Перемещаем зенитку. Ну, стой, сейчас попадаю. Вертушка есть снабжение налево, на центр поставить? Пометку минаю. Что может сделать для вас пехота, сэр? Ребят, вот здесь сейчас все разберут. И БУшки рядом. Взорвутся рядом с снабжением. Да знает, вожу как раз. Ребят, поставьте кушенку, пожалуйста, на Федор. А, там есть, спасибо. Не, на Федор нужна кошенка. Нет, там есть. Укашка. Да. Это моя укашка. Я хочу ей работать. Я могу прислать кошенку. Есть там. Пожалуйста. А ее выбьют из города. Танк там как раз сам это. Я, наверное, тогда вместо левого края буду перемещаться на правый. Слева у нас вроде все устоялось. Руси, чего, Саня? Пехота. Прямо вперед выпустил. Не, ну это просто пиздец. Мне 20 ВДВшников к Марине как нечего делать вынесли. Кинул снабжение на правую вертушку. Есть для нас приказ. Кого вам надо отвезти? Нужна лишняя пара глаз, сэр. К вашим услугам, сэр. Мы готовы, сэр. Чего же этого здесь убил? Парни, завязываем стрелять в тот городок слева, Дмитрия. Кто туда стреляет? Готовы стрелять, сэр! Бушки сейчас убьют по данной. Какой-нибудь лонгбоу выскочит, все. Там нет ПВО никакого. О, а что там, все разобрали? Кого вам надо выйти?
нас приказы. Атакам направо на базу. Вот где-то с Бориса они его вытащили. Стрелял не с базы. О чем здесь? Есть среди. К вашим услугам, сэр. Огоньки, сэр. Вы со мной говорите? Модерная работа. Такси, такси заказывали. Зададим им, парни. Пехота едет. Слушайте, к вам там зададим с пехотой им, едет. Вот сюда вот бомбануть бы чем-нибудь, а он уже задолбал тут вилять пехотой. Короче, себя там размерут, без шансов. Ах, пехоту. Ах. У них там всего хватает, и противопехотного, и противотанкового. Какие будут приказания, сэр? Патроны, топливо, запчасти, все, что вам угодно. А мы можем вот сюда поставить кшемку? Росич, продвинь разведку сюда, дальше. В РДМ-ку, потому что там нифига не видит. Там кто-то стреляет, а нам здесь палят все. Фак. Тут видели. Я говорю, там все палит. Самолет налево пошел. На всю эту кучу нашей пехоты. И бомбер F-16. Росич, по твою душу. Да, я понял. Странно. Это аутист. Не сбрасывает бомбу. Серов, подожди, саперов вперед не веди. ВДВшников, дождись моих.
Стою, жду. Инженеры готовы. Thunderbolt. Да, его встретить нечем. Такси, такси заказывали? Отправляемся, заводи мотор. Да, это Камс. У нас тут противник. Выгружайся, Макс, слева. Ну чё, ребят, так, вот здесь вот пока нету, а? Да. Давайте на Дмитрию Лукашенко поставим. Хорошим очки отдавать. У нас тут противник. Осторожнее, не загоняйте просто так танки на Дмитрию не городе, которые сидят пехотные. Да черт с ними, даже с птурами. Да, твердо сейчас вообще в бок, по-моему, получит. Чей танк едет на смерть? Инерт. Метка. У тебя сейчас танк грохнут. Все, грохнули. А почему мой не поехал? И не только его. Дмитрий, кто там еще? Там все вот, что заезжает, сейчас обстреляют. Все там вон и беттеры едут тем той же дорогой. Они будут это обстреливать, по-любому. Да, понятно, если им сейчас арту все выбить, чувак этот выйдет? Нет. Ну, по-любому один арту. Вы по своим-то хоть не долбите нашей жартой, а? Ты сам под залп отъехал, кстати. Я уже убрал быстрее. Макс, давай я тебя подлечусь. Вот здесь сидит КСМ-ка. Только ты Урал убрал. КСМ-ка сидит, возьмите. Они нас заметили! Жду приказа. Отбор. Какие будут приказания, сэр? Да там уже одна или другая. Хороший разведчик, мертвый разведчик. Какие будут приказания? Почему-то мне кажется, что вы хотите рискнуть нашими жизнями. Что вам на этот раз нужно? Отбор.
Вам нужна лишняя пара кварца. Не идет все равно. Угу. Где-то он сидит. Когда у него пехота кончится слева, просто задолбали уже. Ой, я нашел. Мясорубка. Вы с собой говорите? Высота. Вы с собой говорите? Сейчас выбили, нет? Как говорится, хороший разведчик. Ну, сколько минометов-то облепились. Ждем новых приказаний, сэр. Кошем, что, справа будем? Справа будем атаковать? Ждем новых приказаний. Осторожно, 70-ка, там Royal Marines сидит. Несколько отрядов. Снаряжение в порядке, инженер готовый! Куда прилетело? Игорь прилетел на бомбу. Вот здесь минометчики. Пехота, обрати внимание, сират, там слева... Яба какая-то, кстати, одна элитная. Да, и сколько ее уже? Маринов там миллиард прошел. Сейчас просто хорошая пехота. Да как так-то, а? Лонгбол, лонгбол. Вы со мной говорите? User joined your channel. Есть для нас приказ. Что, 13 лоб дал себе знать, да? ДТРТшка-то теперь не берется так просто. Да, ёбаный, блядь. Парни, встретите, конечно. Пускай сейчас. Лаунтка. Давай, ё-моё. Алекс, тунгуску убирай, фузелёры. Да вижу я. Истребитель на центр. Че, изнасиловали вас, да, на центре карта? Да, там нужен ПВО. Без ПВО-то плохо ходить. Выкладывайте. Сюда мосты бьют. Сераф. Угу. А там есть что-то? Или они просто бьют? Без понятия, просто бьют. Касает тунгуску. Орудие, конь, готово! Есть для нас приказ. Да, ну похоже, игра тема закончится, что будем переглядываться все оставшиеся 17 минут. User joined your channel. Вот там псты были, там будет все. Я стреляю. Орудие, конь, готово! Готовы стрелять!
внимание, сэр. Выкладывайте. Ждем новых приказаний, сэр. Атакамс на базу. Или, да, на базу. Очень много авиации. Кого вам надо отвезти? Вот здесь минометы, но они, скорее всего, ездят. Скорее всего. Пандавам. Пандавам. Селвин. У нас тут противник. Причем две штуки туда ушло. Он контролит, забыл. Ануби, на Ануби зайти. Вот ништяк был. Да, что нам это особо даст? Они с Борисом будут заказываться. Сера, а что ты заметку поставил там в лесу? Слева? Минометы оттуда стреляли. Но они уже, наверное, уехали. Они двигаются. Вы со мной говорите? Ты пехоты особо вперед не иди. Но у меня смерч есть, поэтому ты что давай. Обожаю запах напалма по утрам. Да, сэр. Макс, осторожнее, там с турами кто-то сидел. Выносят все нахрен. Вы что-то заметили? Ну куда БТРчики-то бы? А. Мы готовы, сэр. Да, он не ладно. Как говорится, хороший разведчик, мертвый разведчик. Может, кшемку на Анну поставим, а? Мы готовы, сэр. Есть возможность? А выживет. Пехотно. Ну, давайте я вызову. Под твою ответственность. Ну, без проблем. А, подожди, у нас вот есть кошемка. УАЗик. И, собственно, вот тоже УАЗик. Какой-нибудь из них. На Дельте и на Грегоре. Смотри, там пехота где-то была. Видишь, не захватывает. Кошема, Елена. Докладывать нечего. Дмитрий это прям решил пойти в лоб. Да, не всегда, кстати, выручает их начинки. Макс, Макс, Макс. Разберу твою. Такси, такси заказывали? Вот и все. Да, иногда и так срабатывает. Чем дайте нам координаты цели. Подвести?
Да, здесь уберу юнит просто. Ай, блин. Кто такси заказал? Хороший разведчик, мертвый разведчик. Подвести? Ammo, fuel, spare parts, anything you want. Вам нравится полет, сэр? А, осталось где-то блуждающее кашаме? Да. А вот смотрите, ну я вот в этот угол пальну. Может, да. Их там осталось 5 человек, еще не забывайте. А, Борис. Бориску на царство. Грудля. Вы что-то заметили? Кому вас надо взять? Я так амс пошел на бой, все. Где была-то хоть? Не знаю. Ну, более-менее.